Парк Гагарина усеян будущим посадочным материалом. Буквально 20 минут, и ведро будущих дубов собрано. Своеобразная тихая охота идет по всему парку. Участие во всероссийской акции принимают больше 200 самарских волонтеров. В основном это студенты. Есть среди них и будущие экологи. Они тщательно отбирают каждый желудь. Конечно, приходится отбирать, потому что не целые желуди, они, ну, есть риск, что они не прорастут. Поэтому, конечно же, приходится сортировать их. Ну, в принципе, занятие нетрудное. Вот. Ну, так, природа, погода, все хорошо. В этом году именно в городских парках небывалый урожай желудей. В этом году средний балл урожая где-то 2 балла. По сравнению с предыдущим годом это значительно лучше балл, чем в том году был нулевой балл урожая. Первый этап акции «Живи лес» проходил весной. Тогда волонтеры высадили порядка 15 тысяч саженцев. Теперь на следующий год посадочного материала точно хватит. Вот эти желуди мы собираем, потом высаживаем в питомником, выращивается посадочный материал, потом производится посадка в лесу. Вот эта акция нам очень необходима. Я думаю, что здесь может быть где-то килограмм 400-500, я надеюсь, соберем. Собирать желуди будут во всех лесничествах Самарской области. В результате акции планируют собрать более 2,5 тонн. Лариса Шалафат, Сергей Баскин. События.